Персоналу гостиниц и ресторанов и тем, кто только собирается работать в сфере обслуживания, семинары, организованные немецко-украинским центром, помогут научиться, как принимать большое количество гостей на самом высоком европейском уровне. В этом убеждены представители дипломатической миссии ФРГ, приехавшие, чтобы открыть тренинговые центры в 4 городах Украины, которым предстоит организовать проведение матчей европейского чемпионата. Доброжелательность, гостеприимство и профессионализм должны стать основными принципами в работе для принимающей стороны. Гость – это король. Не только у вас дома, но тоже в ресторанах. Я думаю, здесь не во все так принимают, что все зависит от гостя, от что они довольны. И я думаю, что можно там еще больше сделать. И особенно, когда будет очень много людей. Это всегда легче, если у вас только 5-6 гостей, но сейчас будут тысячи. Для этого надо хорошая приготовка. Участников первого двухмесячного семинара, которым вручили сегодня сертификаты, ждут 12 лекционно-практических занятий. Обучение платное, но, по словам инициаторов проекта, специалисты сферы обслуживания получат необходимые знания об основных европейских правилах сопровождения гостей, организации массовых мероприятий и стандартах гостеприимства в странах Евросоюза. Тренинговый центр в сфере гостеприимства уже начал свою работу. Сегодня получили сертификаты первые участники первого модуля. Будет несколько модулей в течение ближайших 2 месяцев, это май и июнь 2011 года, где будут рассмотрены различные аспекты в сфере гостеприимства. Это работа с гостями на рецепции, это умение продать сопутствующие услуги в отелях, это маркетинг, это менеджмент в туристической сфере, это отдельно практика по кулинарному искусству. С помощью наших немецких партнеров привлечены лучшие эксперты европейского уровня в сфере туризма. Поэтому мы уверены в качестве предлагаемых нами тренеров и тренингов и ждем к себе в гости новых учеников. Основная цель тренеров немецко-украинского центра, которые будут заниматься обучением украинских специалистов, научить персонал не просто профессионально относиться к своему делу, но и выполнять свою работу так, чтобы гостям чемпионата захотелось еще раз приехать в Украину. Ярослав Максимчук, Виталий Чехмакин, Первый муниципальный.